дети в городе. Мы с вами живем в 21 веке, в веке технологий и новых тенденций. А если ты хочешь стать компьютерным гением, не переключайся и смотри этот выпуск. Сегодня мы находимся в Geek School. И мы расскажем вам о курсе Game Creator, задача которого – научить ребенка фантазировать и осуществлять свои фантазии. А вы не забывайте о ребусе, складывайте буквы, что видите на экране, в одно слово. И получайте за это крутые подарки. Нашим зрителям о вашей школе. Основная задача нашей школы – научить ребенка пониманию, что такое цифровые технологии, что такое интернет, что такое игры, научить его фантазировать, помочь ему свои фантазии реализовывать, делая игры, сайты или какие-либо другие приложения. А какими навыками должен обладать ребенок, чтобы создать свою игру? Никакими особенными навыками он не должен, он должен прийти к нам, мы ему поможем. Во время занятий ребенок также сможет попробовать себя в новых ролях. Менеджер, дизайнер, разработчик, сценарист. И сможет определиться, что ему интереснее и лучше по душе. Почему ты пришла именно в эту школу? Мне сюда предложили, я решила попробовать, мне здесь понравились занятия, и я решила здесь остаться. Какую игру ты бы хотела создать в будущем? В будущем я сделаю такую игру о путешествиях в разных странах. Я сделаю ее бесплатно, чтобы все могли в нее играть и, конечно же, скачать ее. Навыки, которые развивает данный курс, это самопрезентация и самомотивация, достижение результата, умение принимать решения, а также креативность, уверенность в себе, формирование ответственности, коммуникабельность, логическое мышление, работа в команде и многое другое. В чем вы видите свою задачу? Почему преподавать здесь важно? Основная задача, миссия этого курса – это дать возможность детям попробовать себя в роли взрослых, использовать инструменты, которыми пользуются взрослые, и делать работу, ту, которую делают уже взрослые, но с точки зрения ребенка. Мы здесь, реализовывая свою игру, развиваем навыки креативности, совместной работы, и буквально уже через несколько занятий ребенок может создать свою игру, полноценную свою игру, и даже зарабатывать на этом деньги. Мы знаем, что очень скоро стартует ваш новый курс Web Creator. В чем его особенность? Задача курса – помочь студенту найти себя в мире веба, найти интересную для него профессию и сферу деятельности. Курс рассчитан на студентов 12-17 лет. В общем, Ваня, мы тебя ждем. На занятиях. В процессе занятия одной из целей нашей работы является не только создание игры, но и развитие креативности ребят, нестандартных подходов к принятию решений, а также слаженная командная работа. Это моя задача, которую я выполняю в этом проекте. Сегодня мы почувствовали себя настоящими гейм-продюсерами, которые в будущем смогут создать свою компьютерную игру. Огромную благодарность мы выражаем в Geek School. Если вы хотите этому научиться, записывайтесь на курс Game Creator. Ну а если вам уже 12, записывайтесь на авторский курс Web Creator. Здесь вас ждет много интересного. Разгадывайте ребус, пишите правильные ответы в комментариях под видео в нашей группе. И получайте хорошие подарки. Всем пока!